Знаете, я хотела сказать одну вещь, ну, в заключение, да, о том, что Роман говорил. И искам докажа едно нечто, связано с това, което казвал Роман сега. Мы в церкви принимали беженцев. В църквата приемахме беженци. В основном неверующие. Основно неверващи. Ну, на нас так вышли и просили принимать. И така са имали контакт с нас и са молили да ги приемаме. Анализ. Провели анализ мы. И ние проведохме анализ. Мы нуждались в помощи. Ние се нуждаехме се помощта. Много белья постельного нужно было стирать. Трябваше немного белье постелно. Приготовить, покушать им. Да се приготви храна за тях. И вот смотрите, внимание. И внимателно. Чье сердце было в злобе. И чието сърце и било в злоба. В критике. И било в критика. У них не было сил помогать. Те нямали са сили да помагат. Слышите, да? Когда сердце мое в злобе, когато в критике, ми в обидах, и злоба, и в обиде, у меня нет сил. Нямам сили. На добрые дела. На добрые дела. Согласны? Дали сте согласни. Ну вот, ну такой анализ мы провели. И проведухме такой, ну, анализ. Я думаю, что это в первую очередь для каждого из нас напоминание, что когда происходит что-то, и мисля, че за всеки един от нас това нужно е напомнене. Нужно спросить Бог, как я могу повлиять на эту ситуацию. Че когато нещо се случва, трябва да питаме Бог, как мога да повлияе тази ситуация. И реально люди, которые у нас ночевали, неверующие, они оставляли вот такие огромные благодарственные письма. И неверващи хора, които са нощували тук, те са оставили големи письма с благодарност. И мы, естественно, мы говорили, что вся слава Господу. И ни казахме, че славата на... цялата слава е на Господ. Сейчас война между Израилем и Палестиной. Сега има война между Израилем и Палестина. В принципе, на Израиль сейчас ополчается весь мусульманский мир. И сега целият мусульманския свят е озлобен към Израил. Мы можем потерять силы, когда мы просто болтаем об этом, да, можем или... да изгубим силы, когато просто говорим за това. Или осуждаем. Или осъждаме. И мы можем влиять каким образом? По какъв начин можем да повлияем? Мы можем молиться за эту ситуацию. Можем да, да. Се молим за тази ситуация. Мы можем благословлять Израиль. Можем да благославяме Израил. Если у вас есть знакомые в Израиле, напишите им. Ако имате познати в Израил, напишете им. Просто написать и сказать: мы молимся за тебя. Напишете им: молимся за тебя. Мы молимся за детей, если они служат в армии. Да? Молимся за децата, ако чтобы те служат в армии. Бог да ги опазва. То есть мы призваны на созидание, ние сме призвани, а не на разрушение. Ние сме призвани към строение, да, към да, разрушение. На созидание, да. Поэтому, дорогие, давайте мы будем идти в правильном русле. И, скъпи, нека да вървим в правилната посока. Чтобы не было разрушения в наших жизнях. Да няма разрушения в нашите животи. Созидание. А чтобы само... мы были строителями. Да будем строители, да строим. Чтобы мы созидали. У нас сегодня, я напоминаю, будет библейский курс. Днес имам библейский курс. Мы начинаем прям хороший библейский курс, он не только для начинающих, он вообще для верующих о том, как, на каком основании строить нашу христианскую жизнь. То и за верующих, и за неверующих, просто как, какво основание трябва да имаме в християнския си живот. Да, потому что правильное основание, оно... На правильном основании мы будем строить правильную христианскую жизнь. На правильном основании ще строим правилен християнский живот. Да, поэтому вот остаемся, вот прям все стараемся остаться. И постарайтесь все, не стараемся, может, а прям да все остаемся. Всички да останут. Да, слава Богу. Слава на Бог. У нас Уля, Бог дал Уле желание готовить супы, чтобы у нас было горячее, чтобы мы могли хорошо покушать. Бог дал на Уле желание готовить супы. И потом переходить к библейскому и курсу. Я говорю, ты хорошо подумала? Я запитал, дали помислила потому добре. Что могут остаться кастрюли, которые нужно будет потом помыть. А за что-то, что устанет? Ну, что потом не ныло, да? Она говорит, нет, мне Бог дает желание готовить, чтобы было горячее. Бог ей дали желание доготовить топу за хоротом. И знаете, это очень классно, когда мы чувствуем желание от Духа Святого что-то делать. И много добре, когато усещаме желание от Святия Дух, да? Да направим нечто. Аминь. Я молилась, я говорю, Господи, не хочу никого заставлять, но хочу, чтобы от Духа Святого приходило желание. Я се молих, че да не карам никуда прави нечто, а те от Святия Дух да получават желание да вършат на определение нечто. Потому что это и есть пробуждение. И това е пробуждането. Пробуждение, которое начинается в наших сердцах. Което започва в нашите сердца. Да?